модель двери монолит, мускул, механическая комплектация, то есть комплектация замков без электрозамка, только механические запирающие элементы, но при этом бюджет электрозамка, он направлен на то, чтобы сделать 100% дверь не вскрываемой отмычками, и не, при этом время ее сверления, даже вырезания болгаркой, любым самым мощным инструментом, чтобы было тоже несоизмеримое с условиями квартиры, даже либо офиса. Это, то есть время будет в десятки раз больше, сравнимо с любыми аналогами защитных элементов, запирающих элементов. Здесь мы имеем два замка механических, как я уже говорил. Нижний — это Cheese Revolution Pro, в который установлен постоянным цилиндром, может быть либо Abloy Protec, либо EVA MKS. Это два самых лучших в своих классах цилиндрах. Они оба не подлежат чистому вскрытию. И закрыто все это нашей фирменной броненакладкой, которая имеет толщину шайбы более 20 мм, которая имеет толщину металлозащитного слоя более 4 см. И весь корпус замка закрыт 12 мм каленого металла. Весь корпус замка. Это все, что касается нижнего замка. Вот такой замок, вот в такой комплектации, он, в принципе, выходит порядка 25 тысяч гривен. Только вот такой замок. Если в него установить цилиндр МКС, который стоит там порядка 13 тысяч, то есть это очень дорогая. То есть комплектация вот этого замка, это, наверное, максимальная, топовая, мега-топовая, которая может быть. Что касается верхнего замка, здесь применен сувальный замок, чиза сувальная, с функцией перекодировки. Она может быть заменена на... В комплекте идет два комплекта ключей сразу же, в комплекте поставки верхнего замка. Два комплекта ключей, которые можно перекодировать, то есть на один комплект, на другой, то есть их можно менять. То есть и при этом можно дополнительные ключи, если даже этих двух комплектов будет мало, можно сделать дополнительный. Но смысл этих двух комплектов не то, чтобы было мало, а то, что можно было менять секретные замка, так как на него установлена пиновая накладка. Пиновая накладка тоже того же производителя Cheese. Это ее, опять-таки, самая топовая версия, ну, то есть запирающих элементов. Одна из самых дорогих вообще позиций у Cheese. Это, скажем так, замок перед замком. То есть, если вот эта нарезка ключа, которая боковая, привычная нам, вот эта боковая, она работает от нее вот этот замок, то перед этим замком установлен еще один замок, который работает от вот этой центральной, то есть нарезки пины, то есть по центральной дужке ключа. Вначале совпадает секрет на этих пинах, в таком случае мы можем провернуть ключ на 90 градусов и уже войти в основной замок. То есть в таком случае мы имеем замок перед замком. При этом этот замок перед замком не требует двух ключей, это все на одном ключе. Сувальные замки — это архаичное решение в том плане, что они неудобные, некомпактные, но самое, не надо забывать о том, что вот этот сувальный замок вот с такой пиновой броней дает 100% защиту от вскрытия отмычками. 100%. И при этом сувальный замок лишен определенных минусов цилиндровых замков, при всех их огромном количестве плюсов. И то есть имеет ряд преимуществ перед именно цилиндровыми замками, если сравнивать их именно с самыми такими дерзкими методами взлома, срезание болгаркой, вырезание, то есть частей замка. С нашей броненакладкой это тоже минимизировано за счет толщины, то есть она имеет самый мощный корпус из всех возможных на рынке, то есть не имеет аналогов по мощности.